Всем привет, дорогие друзья, из солнечной Алании. Как вы думаете, где мы находимся? А мы находимся на пятничном рынке. На пятничном рынке началась стройка, точнее преобразование пятничного рынка в современный торговый комплекс с парковками, рыночными площадями, магазинами, офисами и различными помещениями культурного предназначения. Будет здесь кинотеатр, место для выставок, офисы и так далее. В общем, стройка началась совершенно недавно, но несмотря на это, все магазины на пятничном рынке прекрасно функционируют, все открыты. Как вы видите, погода прекрасная. Сейчас мы с вами отправляемся в наш любимый магазин, Роя Кундура. Почему? Потому что совсем скоро я еду в Россию, и у моего брата день рождения, я хочу ему купить классные водонепроницаемые ботинки. В общем, покажу вам, какие фирмы Грейдер, потому что все, что мы покупаем, мы тестируем сами и советуем после этого вам, зная, что это качественная, красивая и очень удобная обувь. Магазин Руя Кундура состоит из трех отделов. Здесь находится женский отдел. В описании к этому видео обязательно смотрите ссылки на все обзоры женского отдела. Также здесь есть отдел, где продается детская обувь, турецких марок, качественная, классная, удобная обувь. Ну и, конечно же, вот это детский отдел. Ну и, конечно же, здесь есть мужской отдел, где продается самая разнообразная обувь на любой вкус. Есть классическая, спортивная, кожаная, классическо-спортивная. Ну и, конечно же, обувь, которую можно носить зимой при низких температурах. Водонепроницаемая классная обувь, как я вам уже сказала, которую носит вся моя семья. В магазине Руя Кундура огромный выбор мужской обуви, кожаной, водонепроницаемой, на меху. И одними из очень классных моделей являются вот эти вот модели. Есть болотного цвета, черного, коричневого, немного другая модель, чем вот эта. И вот такую обувь очень классно носить зимой, как я вам уже говорила. Моя мама носит эту модель, и сейчас, не именно эту модель, а чуть другую, сейчас я решила также своему брату купить. Ага, вот, да, с мехом, марка Либера. Водонепроницаемая? А, это нормальная, видите? Ой, такая спортивная, тоже красивая. Ага, полностью, видите, внутри кожа, снаружи кожа и только каучуковая подошва, вот такая вот мягкая. Очень интересные модели, два вида: кожзам и каучуковая подошва, и вот такая вот из блестящей кожи. Стоит такая модель 799 лир. Размеры, большие размеры есть у вас? 45, максимум 45 размер, а 46, 47, 48. 46, 47, 48, есть только две модели, все остальные модели до 45 размера. Вот эти вот большие, да? 46, 47, 48. Да. Это тоже фирма Грейдер. Куда Грейдер нужно? Спортивная, классическая, тоже полностью кожаная, видите, снутри и снаружи. Вот это вот такая вот более классическая, классическая модель. Водонепроницаемая модель. Ага, фирма Lumberjack. Очень, опять же, классно носить зимой, слякоть. 650 лир стоит такая модель. Кстати, цветов тоже очень много. Очень известная модель фирмы Грейдер, вот такая вот прям, ну ее можно назвать уже классической, из коричневого нубука со светлой подошвой и вот с такой вот кожаной вставкой сверху, просто шикарная. Ну прям, я думаю, что все из вас знают эту модель, классическая классная модель. Что еще есть? Как вы видите, огромное количество моделей.
водонепроницаемых. То есть можно совершенно свободно носить в дождь, в слякоть, разные цвета. Есть модели высокие, вот такие вот. Есть модели, кстати, и более низкие, поэтому можно выбрать на любой вкус. И да, огромное количество моделей спортивно-классических, более классических, более спортивных. Но вот эти вот модели именно водонепроницаемые очень вам советую, потому что моя семья носит их, ну, прям годами, и они прекрасно носятся на севере, на крайнем севере, в очень-очень холодную погоду, поэтому советую. Как вы видите, здесь есть вот такие вот и более спортивные легкие модели, водонепроницаемые, невысокие, низкие модели. Ну и, конечно же, большой выбор фирмы Grader, большой выбор, кстати, всяких разных мокасин, например, вот такие вот интересные цвета в этом сезоне есть для тех, кто хочет что-то более классическое, белые, желтые, замшевые, прям супер классические, кожаные. Большой выбор разных моделей классических, как со шнурками, так и без. Вот такие вот мужские классические туфли. Кстати, сейчас очень-очень хорошие цены на летнюю обувь, шлепанцы, сандалии. И видите, все они вот такие вот мягкие, прям ортопедические. Да, вот Хусейн показывает, что прям гнущаяся кожа, сверху кожа, подошва кожаная, и очень они вот такие вот пластичные. Ну и, конечно же, здесь огромный выбор спортивной обуви для разных, для совершенно разного спорта, начиная просто от ходьбы и заканчивая баскетболом, волейболом. Если вы хотите болотного цвета, есть вот такие. Есть очень классные модели фирмы Polo. Да, вот прям супер-мега классические модели. И размеры 46-47-48. Размеры 46-47-48. Например, вот такая вот модель. Сколько стоит? 300 лир стоит такая модель. А кроссовки сколько стоят? От? Вещи зелера. А самая маленькая цена? Энкчук 150 лир. 750 лир арасында değişiyor. От 150 лир начинаются цены на кроссовки. Видите, вот такие тоже очень классные. Оригинальдеридir o. Замшевые, натуральная кожа. Bunlar da orijinalleri. 45, 46, 47, 48. 45, 46, 47, 48 размеры. Вот такие вот мужские тоже кроссовки кожаные. И видите, они прям супер тоже мягкие. Поскольку мой брат любит вот такого вот плана кроссовки. Кстати, такие модели есть на липучках, есть на шнурках. Выбор просто огромный. Ну и, конечно же, женских моделей тоже очень большой выбор. Ну а сейчас покажем вам, что же мы купили моему брату на день рождения. В общем, моему брату на день рождения мы выбрали вот такую вот модель грейдера. Это 45-й размер, длина стельки 29,5, где-то 30 сантиметров. И эти кроссовки водонепроницаемые, да? Водонепроницаемые. Сверху это кожа? Да, натуральная кожа. Натуральная кожа. Мягкая кожа. Ага, они не скользкие, не скользко зиму. Ага. Видите, они вот такие вот тоже здесь цепкие, не скользкие. В общем, 2-3 зимы можно ходить совершенно свободно. В общем, посмотрим, как он их относит. Но модель просто шикарная. Спасибо, Хусейн. Друзья, Хусейн понимает все прекрасно на русском языке. Покажет вам все размеры, модели, да? Да. Все модели, размеры, в общем, качество. Мы покупаем эту модель. А сейчас пройдемте в детский отдел. Покажу вам
что есть из детской обуви. Здесь есть, конечно же, бутсы спортивные для игры в футбол и большой выбор обуви как для девочек, так и для мальчиков, начиная от совсем маленьких размеров и заканчивая уже вот такими вот красивыми босоножками для девочек-подростков. Ну и, конечно же, большой выбор спортивной обуви от моделей для совсем маленьких и заканчивая моделями уже для более взрослых детей. Есть вот такие вот красивые, удобные кроссовки. Здесь представлены все турецкие фирмы. Ну и пришли модели нового сезона. Ботинки как для девочек, так и для мальчиков. И также есть модели водонепроницаемые, как для взрослых. Я вам показывала, точно такие же модели есть и для детей. Поэтому обязательно приходите, выбирайте. Смотрите в описании к этому видео ссылки на полный обзор детского отдела, женского отдела и мужского отдела. Приходите, выбирайте и носите только классную, качественную обувь. Как я вам уже показывала, мы купили моему брату вот эти ботинки. Совсем скоро я еду в Россию. И, кстати, ботинки, которые я ношу уже несколько сезонов, женские фирмы «Мама Мия», я также купила в магазине «Руя Кундура». Поэтому, когда вы приходите, обращайте внимание на марку «Грейдер», обращайте внимание на марку «Либера». Хюсейн, спасибо. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Спасибо. Увидимся снова. А сейчас, друзья, когда вы бываете в Алании, покупаете здесь классные вещи, не забывайте о том, чтобы пробовать блюда турецкой кухни. Ну и, конечно же, многие из вас знают ресторан турецкой кухни, который находится в самом центре Алании. Это наше любимое место, куда мы ходим обедать, когда работаем в офисе. Это ресторан Эништин Иньери. Полный обзор этого ресторана также смотрите по ссылке в описании. А сейчас давайте пройдем вниз и посмотрим, что сегодня есть в меню. В меню представлены, конечно же, самые традиционные турецкие супы и блюда. Это в основном бобовые, курица, кёфте. Ну и, конечно же, суп из мерджимека, из чечевицы и курицы. Сам вот этот вот ресторанчик, кафе-столовая, представляет из себя вот такую вот территорию. Здесь стоят столы. И выбирать все блюда можно вот таким вот образом. Я думаю, что те, кто смотрит мой канал, знают уже все вот эти вот блюда. Здесь есть и лесной кебаб, и курица, запеченная в печи, очень вкусно. Фасоль, кёфте, рис, булгур. И, конечно же, есть такие вкусные десерты, как сютлач и кабак татлица. И десерт из тыквы. Ахмет Уста, наш самый любимый повар, который руководит этим рестораном, точнее является владельцем этого ресторана уже порядка, наверное, 15 лет. И все, что он готовит, Арда, его сын, и все, что говорит, что Арда будет потом вместо меня также радовать вас своими вкусными блюдами. И все, что Ахмет Уста готовит, он готовит вот в этой вот печи на дровах. Приходит очень рано, все готовит, ставит в печь, и каждый день здесь только свежие и вкусные блюда. Ахмет Уста, бирас. Амма табелир мисин из невар бугюн? Это у нас курица, которую я очень люблю, курица в печи. Фасоль обязательно. Фасоль — это блюдо здесь есть всегда. Кёфте, вот такие вот маленькие котлетки.
приготовленные в печи, тоже здесь есть всегда. Обязательно рис, обязательно булгур, обязательно фасоль, вот такая вот свежая фасоль. И, конечно же, баклажаны, запеченные в печи с мясом. И картофель, баклажаны и перец также запеченный. Всегда есть суп из чечевицы. Это очень вкусно. Суп из курицы просто обалдеть. Очень-очень вкусно. Кстати, для тех, кто... Меня очень многие спрашивают о том, есть ли здесь меню на русском языке. Здесь есть меню на русском языке. Кстати, лежит на каждом столе вот таким вот образом. И здесь написано на русском, на русском, на турецком и на английском языках. И есть также цены. Но, в принципе, Ахмед Уста понимает так или иначе название блюд на русском языке, поэтому у вас не возникнет никаких вопросов, чтобы заказать эти блюда. Также можете посмотреть все цены в самом меню. Если вы уже были в этом ресторане, в этом кафе, обязательно напишите в комментариях, какие блюда вам понравились. Я вам сказала, что я просто обожаю вот эту вот курицу, лесноки. В общем, здесь нет того, чтобы мне не нравилось. Все очень-очень вкусное, все прям свежее и приготовленное именно с душой и с любовью. Всегда Ахмед Уста подает салат. И вот знаменитый десерт — тыква, которая только что... Ну, сегодня была приготовлена тоже в печи. Поэтому, друзья, обязательно приходите, пробуйте вкусные турецкие блюда. Вот таким вот образом Ахмед Уста подает еду. То есть вы можете попросить как на одной тарелке несколько разных блюд, так и на разных маленьких тарелочках отдельно рис, какие-то запеченные овощи, а также курицу. Один из очень вкусных десертов — это рисовый пудинг, который делается в печи. Doğal sütten yapıyoruz. Из köyden geliyor. Sütümüz özel. Молока, которое привозится из деревни. İçerisindeki malzemeler pirinç, süt. Состоит из риса, молока, нişasta, yumurta sarısı. Также добавляются яйца, но все натуральное и посыпается вот таким вот образом орехами, нет никаких искусственных добавок. Также Ахмед Уста советует, чтобы вы попробовали и этот десерт. Как вы видите, друзья, в Алании очень вкусно, классно, тепло, поэтому обязательно приезжайте, пробуйте турецкую еду и покупайте классные турецкие вещи. Всем всего хорошего! Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем пока-пока.